Всем привет! Это новости из Турции. Накануне вечером в лесном массиве возле Мармариса начался сильный пожар. Он быстро распространился на площади более 250 гектар. Этому способствовали сильный ветер и сухая погода. Огонь охватил участки, где обитают редкие птицы, растения и деревья. Тушение пожара осложняется труднодоступностью местности. В ликвидации возгорания задействовали более 1500 человек и свыше 400 единиц техники. Борьба с огнем продолжалась всю ночь. Сегодня утром к ней присоединились дополнительные силы – 20 вертолетов и 14 самолетов. Во второй половине дня министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахид Киришчи сообщил, что пожар удалось локализовать, но до конца он не потушен. «Мы можем сказать, что пожар в значительной степени взят под контроль», – заявил он. Министр уточнил, что власти планируют ликвидировать природный пожар в течение дня. По его словам, погодные условия позволяют этого достичь. Ветер стих. Также Киришчи заявил о прошедших утром 22 июня пожарах в районе Датча и Фитхие. Однако эти очаги возгорания удалось быстро ликвидировать. Пожарные расчеты и экстренные службы Турции приведены в состояние повышенной готовности. Печальный опыт прошлого лета, когда пожары на курортах Турции превратились в настоящее бедствие, не должен повториться, заявил министр и призвал всех, особенно проживающих и туристов, отдыхающих в лесных массивах, быть осторожными с огнем. Во многих провинциях, в том числе и в провинциях Анталии, введен запрет на разведение костров. До 31 октября запрещается разведение мангалов, самоваров, костров в лесных массивах, кроме места для пикника и отдыха. Ну и в специально оборудованных зонах разводить костер можно только до 20:00. А также запрещается разбивать лагерь и ставить палатки в лесных массивах, или за исключением кемпинга. За нарушение предусмотрен штраф. Пока это вся информация. Это были все новости на сегодня, а чтобы узнавать больше интересного о Турции, подписывайтесь на наш канал. Также не забывайте про колокольчик, чтобы не пропускать следующие видео. До новых встреч!